Мы возвращаемся в студию «Вятка Тудей», в которой находится группа «Сны Африканца» вместе с бессменным лидером Александром Африканцем. А о чем песня? О переживаниях мужчины. Какие переживания у мужчины? Ну, то есть о чем? Это любовь. Это... Бывает и любовь, да. У нас есть песня «Сел на стакан». Она является хитом? Она является хитом у женщин. Забыли. Самая большая аудитория, перед которой выступали? Олимпийский? Ну, не олимпийский, но стадион, да. То есть... В Кирове, кстати, отличный был фестиваль «Подъем». Здесь была потрясающая вещь. Мы играли, по-моему, вторыми. И пока мы настраивались, я услышал, как кто-то из зала закричал «гав***». И я подошел к микрофону и сказал: «Кто сказал гав***?». Потом мне ребята сбоку говорят: «Они кричат панк-рок, панк-рок». А вообще два слова не сложно перепутать, на самом деле. Были случаи, когда приходили и дарили плюшевого мишку бородатому брутальному мужику? Цветы. От не менее брутальных женщин. От не менее брутальных бородатых женщин, да. Так, в принципе, подходят: вот тебе 500 рублей, Александр. Передай их барабанщику. Кто понравился, тому обычно и передаю. Да. Буквально через минуту 40 мы продолжим общаться с ребятами, вернее, слушать один из их бессмертных хитов. А сейчас мы хотим показать вам рубрику, которую мы очень любим. Рубрика, в которой мы читаем ваши комментарии о нас. Рубрика «От зрителя с любовью». От зрителя с любовью. Мы сейчас тебе покажем комментарии про тебя. У тебя они самые мягкие, поэтому просто прочитай и пока ты откомментируй. Мне, да, я не против. Как хочешь, давай поехали. С первого. Блин, Вагин вообще днище. Спасибо большое, конечно, за комментарии. Мы будем стараться подтягивать днище, будем выплывать. С любовью. Ребят, вот честно, мне просто стыдно за вас. Такую херню вы показываете по городскому каналу. Ладно, Стяжкина, но Анатолий Мозоль – это просто позор. Ну почему обо мне так мало? Правда, я-то думала, сейчас гадости скажу. Напишите про кто-нибудь что-нибудь плохое. Типа, у меня писклявый голос, что я тупая. Да и вообще, ни о чем. С любовью. Вагин, ты дебил. И в конце троеточие. Ну, судя по всему, молодой человек явно грустит. Не грусти, у тебя, в принципе, все хорошо. Во-первых, Вагин ты выделил как обращение, все правильно, запятой выделил. Дебил написано правильно, через Е, а не через Э. Не переживай. С любовью. Я 2 часа листал ленту комментариев. Ни Сорокин, ни Долговязый, ни этот длинный из «Вятки Тудей», ничего. Ни слова. Я работаю, я стараюсь, я не провоцирую вас, чтобы вы там хоть как-то меня это... Нет, нет. Можно мне вагинский хотя бы комментарий прочитать? Вагин, Сорокин, ты дебил. Можно еще раз? Сорокин, ты дебил. Ура! С любовью. Прикольный пацан, Киркорова напоминает. А я и не знал. С любовью. И не знаю, кто еще ваш канал дебилизирующий смотрит. Особенно эта троица идиотов из «Вятки Тудей» просто убивает. Так-то нас четверо. С любовью. Пишет мне Сережа Варягов. Ему лечиться надо, а то ведь ведет себя как выпивоха на классике. Ну что тут добавить? Сергей, мне кажется, вы очень глубоко осведомлены на о том, на чем я езжу, да? Очень глубоко осведомлен. В принципе, я совсем согласен, но что тут добавить? От зрителя с любовью.